уже в 90-е годы 16 века, уже при царе Федора Ивановича, ну а фактически мы знаем, что правой рукой или головой даже этого царствования был Борис Годунов, вот, который очень много внимания уделил засечной черте, и в это время была проведена какая-то реконструкция, которая даже попала в официальные документы, так называемые разрядные книги, в которых было описано назначение всех воевод, всех голов. И вот одной из, ну, то есть помимо полков, было, можно было, можно увидеть, что на определенные какие-то засеки назначаются тоже определенные люди. Ну, то есть это Борис Годунов придал опять статус такой очень важный этой службе. Ну и, видимо, в это время... Так, это вот у нас сохранилась карта времен Бориса Годунова. Как по уверению картографа, она была сделана по чертежам сына Бориса Годунова, Федора Годунова. Ну а вот здесь вот более крупно изображено. Как бы, и видите, голландское слово «сайсек», которое обозначает «засеки». Но здесь... уже мы видим, засеки идут чуть ли не до Волги. Ну, наверное, все-таки это было не совсем так. Но, по крайней мере, что кроме просто тульской черты или вот этой нашей, которая заканчивается где-то здесь, дальше начали создавать другие черты. Ну, то есть этот наш рубеж обороны послужил примером для всех. И после этого, конечно, развитие при расширении границ государства, развитие укрепленных вот этих черт, оно продолжалось и расширялось. Ну и в это время, наверное, можно сказать, что при Борисе Годунове, вот тут красненькими рамочки показаны, были созданы валы возле Тулы. Это вот Завитай, с севера Щегловский вал. Вот он здесь на плане конца 17 века. Это на карте 18 века. Ну, то есть, ну как это все выглядело, устройство, конструкции. От этого, ну, об этом не дошли документы. Но, к сожалению, известный историкам пожар 1526 года в Москве, когда сгорела чуть ли не большая часть архива приказов. И, соответственно, очень мало документов осталось. И часто даже специальные списки служилых людей забирали, потом, когда восстанавливали все эти, ну, какие-то варианты архивов, забирали даже из частных рук, то есть вот только благодаря тому, что они оставались в частных руках, сохранились эти списки служилых людей. Это, например, десятни, так называемые, детей боярских и дворян, ну, боярские списки и очень много еще. Ну, к сожалению, видимо, в этом пожаре и погибло много документации, в том числе и по засекам. Ну, а после Бориса Годунова наступила смута. И в смутное время, конечно, все службы были нарушены, про засеки, наверное, забыли уже почти на 20 лет. Пожалуй, впервые, наверное, возвращается упоминание засек, упоминание от того, что нужно определить каких-то особых голов, но это когда уже стояли полки. Полковые воеводы должны были выделять каких-то голов, ну, что-то вот аналог засечных, а возможно, что и их назначали из числа полковых дворян, которые бы брали, значит, с собой определенное население, то есть набирали людей для поправки засек, то есть засечь лес, отрыть валы какие-то,
ну, то есть вырыть те же самые ямы, чтобы, ну, в общем, закрыть или поставить надолбы, например. Ну, то есть вертикально стоящие бревна, которые препятствуют проходу. Ну, и вот это случилось при Михаиле Федоровиче, 20-е годы 17 века. И с тех пор началось возвращение, так сказать, засечной службы, ну, которая тоже не так, конечно, активно все-таки осуществлялась, но мы тоже имеем мало документации по этому делу. Но вот наступил 1637 год, и донские казаки, которые в то время, которым покровительствовало русское государство, захватили город Азов и держали его долго в обороне от турецких и войск и крымских татар. И, опасаясь, значит, ответного набега большого, или еще, ну, тем более большой набег был в начале 30-х годов, но как, он был, наверное, не настолько мощным, тут опасались, что будет очень мощный набег, и решили засеки реконструировать. Но и реконструкция, вот это вот то, что сложилось к 17 веку, и в принципе они в большинстве своей сохранились. То есть раньше какие-то засеки были уже брошены, более южные, там, в менее лесных местах, ну и начали реконструировать не то, что, вернее, строить заново, наверное, с использованием современной на тот момент фортификации, и, в общем-то, и начали возводить чуть ли не новый вал Завитай, или настолько его улучшать, что он стал довольно грандиозным. Настолько грандиозным, что даже Завитай, который шел тогда от ну, нынешней улицы Советской до Малиновой засеки, то есть сейчас где станция Козлова-Азасика. Вот это был грандиозный вал, ну и настолько, что даже вот он сохранился на, например, плане 1742 года. Вы можете увидеть вот эти, это вот большие башни, это малые башни. Вот здесь начало его, а здесь тогда еще сохранялся земляной город вокруг Тулы. Ну, ну, видимо, фортификация была примерно одинаковая. То есть, и в 1637-38 годах в основном. Ну, и потом еще несколько лет дополнительно как-то что-то доделывали. Ну, и вот с севера, вы видите, Щегловский вал, тоже на котором была башня. Но и документация по этому периоду сохранилась очень большая. Сохранилась служебная переписка воевод, которые делали эти укрепления. Вот здесь вы видите тоже. Вот он идет, этот вал. Ну и он довольно долго сохранялся, видимо, потому что 1768 год. И даже вот он показан в 1783 году. Мало того, он даже, можно его различить на планах, некоторых планах 19 века. Вот, но в советское время, при расширении Тулы, в общем-то, началось уничтожение, ну, застройка, конечно. И, в общем-то, сейчас можно увидеть кое-что, но немного. Это вот сейчас современные остатки Завитая. Ну, можете посмотреть, какая тут у него осталась высота. Но это туда, куда не добрались строители.
А вот сейчас здесь поподробнее можем посмотреть, как выглядели башни на плане середины 18 века. Вот большая пятиугольная башня, такая бастионного типа, и редутного типа малая башня треугольная. Ну а в конце 40-х годов 20 века некоторые исследователи еще могли наблюдать и пытались зарисовывать их. Ну и скажу честно, как-то я заявлял, что похоже, это были последние люди, которые видели эти башни Завитая, и нам уже не суждено. Однако, буквально в этом году мы обнаружили вот эту малую треугольную башню. Вот здесь идут валы с двух сторон, а здесь площадка. И здесь, ну как двухуровневые такие возвышения. То есть здесь идет продолжение вала самого. И дальше возвышается, ну, видимо, под артиллерию и под какие-то оборонительные вещи. Это вот то, что касается тульских валов, которые были сделаны в 30-е годы. А это оставшиеся, сохранившиеся части, ну, это вот... Как бы торец такой идет. И здесь, ну, тело вала в районе города Венева. Вот я покажу. Это то, что было видно еще в 50-е годы на картах топографических. Это зарисовки, по-моему, 60-х, 70-х годов. Вот что-то могли. Но это уже были остатки. Вот такие, там было все гораздо интереснее. Ну, дело в том, что там было безлесное пространство, и пришлось делать специальный вал, так же, как и вот между Тулой и Малиновой засекой. Но он немножко, похоже, был другой по конструкции. По крайней мере, по вот если из документов выводить, он немножко был, он был попроще, не такой, как Завитай. Не такой грандиозный. Ну, потому что большие башни Завитая были в диаметре, скажем так, в поперечнике 1,70 м. То есть это был небольшой городок. Возможно, что эти изначально были городки, были сделаны при Борисе Годунове, а потом уже переделаны в башни. Но пока мы не можем этого понять. Это еще немножко видов. Этого вала. А это специальные фортификационные сооружения, называется, ну, его то Устинский город, то Солдатский. Значит, это еще, вот, вы видите, зарисовки 40-х годов и фотографии 50-х. То есть еще в конце 50-х годов он выглядел так. Это были специальные земляные крепости. Но насколько были здесь сделаны башни, сказать нельзя уже, к сожалению. Потому что уже в 70-е годы он выглядел вот так. Видите, то есть вот он, вал идет. И крепость, а сейчас она выглядит вот так. Это космосъемка, то есть буквально весной по распашке это чертаются контуры. То есть что это было? Были ли это ворота деревянные, проездные, либо это земляные башни, то есть сказать нельзя. И, к сожалению, пока описание, подробных описаний городка этого тоже пока нет. Ну, мы ищем, так что я думаю, как-то узнаем. Ну вот, это были специальные крепости для приема гарнизона в случае опасности. То есть специальные, они так пустовали, а в случае опасности там набирались люди, которых собирали. Ну там специально уже вот как раз в 37-м году, 38-м. Собирали и ратных, и так называемых даточных людей, то есть
специально с, и с помещиков, и с общин свободных там набирали людей воинских, которые бы вот делали эти укрепления и в случае чего бились бы там. Ну а вот здесь могу показать, это ситуационный план другого. Ну, то есть те ворота под Винем назывались Горобороновы и вот эта крепость. А здесь это ворота Орловские. Вот мы видим сохранившийся до сих пор прекрасно, в прекрасном состоянии, гораздо больший такой же земляной городок с огромными земляными башнями. Но единственное, что не сохранилось, это ворота, проездные башни, через которых дорога идет до сих пор. Это тоже такой же, ну, так называемый опасный городок. То есть в случае опасности туда приходили воинские люди и давали отпор. Но, к сожалению, с тех пор ни разу засеки не давали отпоры. То есть поскольку в 37-38 годах набега не было, в более поздние годы они до засек не доходили, ну, если вот доходили до пределов нашего края. И, в общем-то, такие грандиозные земляные сооружения простояли без дела, ну, несколько веков. Ну, а сейчас покажу. Ну, вот здесь вот вы видите вал, здесь ров вокруг этой крепости. Но с чем это связано? С тем, что данная крепость, это вот угол без башни, и если помните планчик, там один угол без башни, который, ну, то есть там три башни, и один, который обращен в русскую сторону, к северу, там, ну, как бы меньшая опасность, понятное дело, и башни не строили. Ну, так вот он очень хорошо прочитывается. Вот это ров, это вал. Ну вот, а под Винёвым, дело в том, что земли были отданы под распашку в частные руки, а эти леса, вот леса южнее Тулы, оставились в казённом ведении. Они были отданы Тульскому оружейному заводу, и, соответственно, отношение к ним было совершенно другое. А под Винёвым все эти и леса, и валы распахали. Ну вот осталась только чуть-чуть северная часть вала у Горобороновых ворот. Это вот другой угол. Еще одна башенка. Вот. Это вот, по-моему, южная башня самая. Рядом с ней был сделан проход к роднику. Значит, то есть специальные воротца, дверь к роднику. Ну, если на вот этой схеме посмотреть, это вот были вот Орловские ворота. А под Винёвым, ну, немножко по-другому, но где-то вот здесь. Ну, это ворота, это проходы в засеке, которые с 1637-38 годов охранялись, ну, по крайней мере, точно уже с этого времени охранялись специальными острожками, то есть делали специальные земляные крепости, на которые возводили чистоколы и специальные там и башни какие-то делали, проходы. И это вот планчик, ну, довольно верный. Вот он же в наложении на космоснимок совпадает практически полностью. Здесь мы видим, это вот самая северная башня на валу возле Винёва. Это так называемые Горобороновы ворота. Вот эта башня обращена в сторону поля, так называемую, то есть в сторону крымчаков, ну, вероятного набега крымчаков. И, видимо, она была рассчитана под артиллерию,
Ну, скажу честно, устройство ее очень напоминает малые башни Завитай. То есть то, что я показывал в фотографии, они тоже имеют тут два уровня площадки. Ну, то есть, ну, это, видимо, как раз связано с расположением артиллерии. Это вот натурные фотографии, площадка этой башни, вернее, этого городка. Это внутренняя часть, а это вот выступ, который тоже сохранился до сих пор. Здесь такая под с внешней стороны стены сохранилась такая приступочка, которая называется берма, ну, по которой можно было пройти свободно, так сказать, ну и сделать что-то для обороны. А это уже ворота, Орловские ворота. То есть мы тогда видели с вами земляной опасный городок, он расположен с другой стороны дороги, ну, вернее, в стороне от дороги, на, вот, чисто на польском южном рубеже. А в центре засеки был возведен другой городок. Это по-разному, все эти разные углы. Вот могу показать находки с этой крепости, с этого острожка. Ну, а насколько они относятся к 17 веку? Ну, в принципе, ну, то есть точно нельзя это распознать, потому что некоторые предметы продолжали существовать и в 18 веке. Но, по крайней мере, предполагать эти вещи там мы можем. То есть люди там жили, воевали, но это были постоянные места. То есть, в отличие от опасных городков, это были специальные острожки у ворот, при воротах, в которых жили постоянные гарнизоны. А вот так вот это выглядит на плане. Вот где-то так проходила дорога. Здесь вокруг этой крепости был ров. Вот он здесь. Здесь он впадал в глубокий овраг. Здесь был мост. Здесь тоже был мост. И в этом месте стояла башня. Ну, а в этом месте мы думали тоже, видите, такая что-то типа площадки, уплощенное место. Мы думали, тоже башня стоит, но по описанию оказалось, что нет. Там был просто проезд, специально обустроенный для того, чтобы над воротами сидел какой-то человек, наверное, с пищалью, мог стрелять, но башни там не было, артиллерийской, скажем так. Но это все вот эти наши исследования документов, археологические, топографические, позволяют представить этот острог более таким зримым, ну, сделать уже макет. Ну, здесь макет показан, это прообраз макета, понятно, он не вписан в ландшафт, поскольку пока это как бы не требовалось, но вот это... Вот это как раз башенка, которая с юга. А это, ну, пока, ну, это тоже грубо. Все это будет и выглядеть не так, я думаю. Просто это специально устроенный выезд из крепости. Здесь вот такой специальный в сторону оврага сделан сходня, по которой гарнизон мог бы... Ну, в случае преобладающего противника мог бы быстро убежать в сторону, так сказать, ближайшей крепости. Ну, большой крепости. Ну и что еще сказать? Вот эта вот нелепая такая пятиугольная башня, это башня над колодцем. Но, скорее всего, в настоящее время этот берег обвалился. Ну, там чувствуется небольшая какая-то приступочка в этом месте. Ну, видимо, все это обвалилось, и колодца, как бы, ну, колодец, потому что вода всегда, наверное, подмывала как-то. И когда все эти укрепления были заброшены, конечно, началось расстройство всей этой территории, ветшание всех крепостей. Ну, вот
принципе, все пока, ну, на сегодня. И все, что пока мы знаем о засеках, засечной черте и гарнизонах. Спасибо большое.